Популярні серед любителів екзотичні комахи поповнилися не так давно таким видом, як таргани. Сьогодні ми познайомимося із трьома видами, що проживають у різних кінцях планети, але зустрілися в одному домі. Перший підвид – це мадагаскарські шиплячі таргани. Вони ендеміки острова Мадагаскар, більше нігде в світі вони не зустрічаються. На острове они живут как во влажных, так и в достаточно засушливых лесах, предпочитая прятаться в лесной подстилке. Таргани ведуть переважно нічний спосіб життя. Вдень вони ховаються, а вночі вилазять на дерева у пошуках їжі. Своє название наши тараканы получили из-за особенного умения шипеть или издавать резкие свистящие звуки. У разных видов это выражается по-разному. Шипят тараканы, резко сокращая брюшко и выталкивая воздух из дыхательных отверстий. Самцы шипящих тараканов могут шипеть во время брачных игр, во время борьбы с соперниками, или когда прячутся, или когда страшно, спасаясь бегством или пугая противников. Самки шипящих тараканов шипят только в случае опасности. Мадагаскарські таргани – одні з найбільших. Їхній розмір може досягати 9 сантиметрів. Это как небольшая мышка. И весить такой таракан может до 60 грамм. Живут такие тараканы в неволе до 5 лет. Чаще всего 2-3 года. На воле, естественно, продолжительность жизни гораздо меньше. Слишком много врагов, желающих полакомиться тараканами, находится у них в лесу. Наступні герої – гігантські південно-африканські таргани. Гігантські южноафриканські таракани, або блоберуси, теж одні з достатньо часто зустрічаючихся популярних тераріумних обитателей. По образу жизни они очень похожи на наших предыдущих тараканчиков. Живут они тоже в подстилке леса, ведут преимущественно ночной образ жизни, но в отличие от бескрылых мадагаскарских тараканов, имеют крылья и достаточно неплохо летают. Гигантские южноафриканские тараканы также относятся к одним из самых крупных видов. Размер взрослых особей порядка 7-9-10 сантиметров. Самки, как правило, у всех тараканов немножко крупнее и толще, чем самцы.